Йоу, литературнику. Ще буквально пару минуточок і го. Так чё? Не помню, сегодня игра вообще будет?
Я подозреваю, что мне эпизод полностью придется перепроходить. Я как бы убрал тот диск убитый. Но не знаю. Я вообще офигел там под ним. Буквально жижик. О. И как громко. Ай. Глаз чешется. Ща, погоди ты. Чё ты начинаешь? Кой боб край? Забыл, как эта фигня называется, которая смайлики добавляет. Но все равно громко. Так тихо. Так громко. Это реально ужас. Они не все умерли. Скилл еще. В смысле? Чего вас так много? Бро, иди нафиг. Это что? Я не понимаю. Мне надо подхилиться? Вроде нет. Лут. И спасибо. Ты не зайдешь в свет, что ты? Просто испарился. Что, что это было? В смысле харам это халяль? Дверь открыта. Понял. Который с Хайзенбергом, я надеюсь. А, блин, с той стороны. Чё ты там нахрюкиваешь, свинотыш? Знаете. Не думал, что она живет. Серьезно, ничего нету. Блин, реально хохотушки. Я даже не помню, в каком моменте у меня игра крашнулась. Ну не игра, ну да. Ему, а чего вас так много?
Жересов скоро не будет хватать на них. Казалось. Возьмешь? Спасибо. Похоже, что Е там не. Стоп. Я вот оттуда пришел. А надо мне? Заткнись. А, все, вижу. Ну да, вчера я этот момент скипнул. Максимальное здоровье. Ужас. Лучше это. Слова действия. Урон от снарядов тьмы. Ну блин, я даже не знаю. Что считается за близкое расстояние? Молчите. Пофиг, они идут за мной. Вот так вам. Закрой нафиг дверь. Где? Ну, это я. Я назад пришел. Мне куда надо вообще? Сюда, maybe. У меня фонарик есть? Я не вижу. Да, есть. Как тут пройти? Я нифига не помню эту карту. Стоп, а я же тут... Ок. Надо куда-то сюда, maybe. Я правильно понял? Я что-то нифига не понимаю совершенно. Голос напевает.
Мы с ним уже говорили. Понятно. Что тебе надо? Что написано? Need help. Good luck. Ок. Не, вот тупая. Выйти. Понимаю, я просто заблудился. Или нет? Maybe I had missed something on the plot board. The new story beat fit the story perfectly. Тол призыва, но мы его закончили. Не, мам, можно мне какую-то подсказку? Подсказка. Понял, это подсказка, очевидно. Нафига я этот круг сделал? Там я не знаю, как фигню активировать. Что? Я не успел прочитать. Дебилов я убил вчера. И стоп. Можешь как-то отмечать то, что ты уже сделал? Было бы неплохо. Эта карта еще хуже, чем в контроле. Помолчи. Так, я сейчас... Ага. Мне вообще ничего не дано. Да, я, видимо, не могу пройти. Куда мне идти? Можно объяснить? Что тебе надо, свинотыш? О, стоп. Ничего не изменилось. Отлично. Я то есть не могу здесь пройти, мне нужно возвращаться полностью.
на доске сюжета. Так. Дело Кисси. Исках выхода. Это. Я не понимаю, зачем ты мне говоришь об этом, если дело вообще в другом, в том, что я запутался здесь, на этой локации. Ок. Теперь мне нужно делать полный круг обратно. Или стоп. Сейчас я сейф активирую. Я просто не знаю, что еще делать. Я не понимаю, туда можно пройти? Сюда нельзя пройти. Чё? У меня просто черный экран, если что. А? Ладно. Ок. Идем обратно. Что еще делать? Стоп. Что это такое? Я разве это не активировал уже? Ага. Ага. Конечно, не хочу никого флеймить, но даже во втором Silent Hill эти загадки отмечались выполненными. Стоп, это не то. А, точно, вот здесь может что-то есть. Подожди, сломанный поезд. Конечная остановка. А... Какой сюжет мне редактировать? Килоносцы.
Дом призыва. Не изменилось. This would move the story forward. Я ничего не могу понять. Но то, что было изначально. А, стоп. Здесь, чтобы пройти, нужно эту фигню. Здесь я уже не могу пройти. Сюжет изменить я, видимо, отсюда не могу. Стоп. Не понимаю. I need to define the answer on the plot board. Культ убийц тоже подходит. А, нет, стоп. Не понимаю, что ты от меня хочешь? Вот это место мне уже не нужно. Вроде как. Потому что я типа выбрал развитие сюжета с факелоносцами, прошелся по поезду и открыл здесь дверь. Вот так. Точка интереса. Ладно, пойду сюда. Вижу. Лол, что? У нас еще даже дробовика нет. Слово войны. Должен быть где-то здесь, но его здесь нет. Мне нужно опять круг, где вы издеваетесь.
plot changed the details of the world. А вот лестница. Нормально. Где? Я все там же. Тут можно как-то пройти? Нет. Ок. Ну да, мы с ним поговорили, а что не так? Карту я тоже взял. Это и есть та точка интереса. Просто волк. Вроде шел по сюжетке, что не так, что случилось? Вроде везде все правильно выставлено. Карту залутать не могу. Вот я вышел отсюда. Вроде бы. Ну да. Заткнись. Я забрал. Понимаю, куда мне надо. Сюда я никак не могу попасть. Это все я уже облутал. Завершите ритуал в разрушенном тоннеле. Так, вот же он. Не понимаю, я же не мог просто пройти мимо
Если без ритуала, оно все закрыто. Это прямо конкретно Ниппон. Ну вот же. Что мне это дает? Вау, целое ничего. Почему не резаться? Понимаю, что происходит. И тупо пропали. Я, очевидно, пришел не туда. Рам. Здесь же все верно выставлено, что не так. Это слово. Просто не знаю, у меня слов нет. Что мне это дает? Помимо того, что враги заново резнулись.
Что за бред? Завершить ритуал в разрушенном тоннеле. Какой из этих тоннелей разрушенный? На карте показано то, что здесь есть болики. Вот они. Зачем? Это точно брал, да? Не понимаю, почему вы ресаетесь? Ой, фига. Да, я заблудился, и чё? Допустим, чтобы кучу раз не мегать, просто вот так сделаю. Разрушенный тоннель. Здесь вроде вообще вся линия разрушена. Но у меня батареек нет, я не знаю, что дальше делать. Что изменилось? Конечно, круто, но некуда бежать. Давай в комнатку. Если что, дропну эту игру, если она будет полностью копировать Resident Evil. Вообще без вариантов. Серьезно, если здесь появится аналог Немезиса какого-нибудь или Мистера X, я просто дропну. Без вариантов. Я могу такое говорить, потому что Resident Evil серия худших игр. Просто мусор. Я даже сейчас не увидел, что меня убило. Как это вообще связано?
Ну а чё тогда? I couldn't hear the dark presence. It was gone. Если она пропала, что тебя убило? Идем. Так себе. The dark presence. I had seen it before. I remembered now. It was always out there, hunting me. Круто, 50 минут. Мы только начали двигаться по сюжету. Кайф. Ого, и чё это? А нету. Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. Finally, игра ответила на вопрос, что случилось. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Where are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. Мне, кстати, интересно, как он отслеживает прогресс своего побега, если... I was closer to home. Находится даже не в нашем мире. Блин, сейчас, секунду, надо кота пустить. Серьезно, то есть вчера у меня просто компьютер крашнулся. Конец эпизода. Это кошмар. Ладно, самое время послушать трек. Минута.
Вот просто пришел. А дальше, я думал, сейчас вернемся в реальный мир. Сейчас надо кота помочь, чтобы он успокоился. Все, ему хватит. Что там надо делать? Добраться до квартиры. Вопрос. Me? No. Ага. Чё не понял? Ну что, что? Something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something that soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you sit в углу и мяукает. Marking you, taking you for a ride, making you crazier. Ужас. Понял, двери можно выбивать? Нет, не все. И как тут светло? Че это? И патроны. The station had changed. I was closer now. Был намек на то, что нам не туда. Вот тут вроде не пройти. Спрыгнуть точно нельзя. Нужно до квартиры. Где она? Parliament Tower, our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Сомневаюсь. This is just an echo of the real thing. Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Угу.
Главный вопрос, а где эта квартира? А вот парламент Тауэр. Го напрямую. Ой. The payphone at the edge of the plaza was ringing again. Го ответим. Алло, Алан. Надо двери замерить. Это сильный. About the murder site? Yeah, I did. I That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. Can already manifest as your double. Scratch will come. Wait, wait, hello? Не говори. Так нам сюда ведь? Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Хорошо, Прос. Я надеюсь, ты не случайную кнопку тыкнул. Да, очень светло. Наваждение. Я просто уже не понимаю, что происходит. Не понимаю, что может вообще служить причиной того, что пока зависает намертво.
Не знаю, что еще делать, поэтому открыл окно. Посмотрю, как это повлияет на производительность. Station had changed. I was closer now. Ну, температура карты теперь вообще даже до 70 не поднимается. Was I really this close to being home? А, серьезно, сейв был все это время? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. The payphone at the edge of the plaza was ringing again. Hey, Alan. Thank God he picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. We would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. Wait. Hello? Кунго. Нету. Алис. This is a photo of Scratch. Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? Тут
Тут что? This is the door to my study, where I wrote my books. The symbol wasn't here before. Alice's video camera. No memory card inside. Нужно искать карту памяти. Что? Я документы на экранах. Несколько. Основная цель — темная обитель. Часть первая. Part one. What was Alice working on? Thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. Sure, he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. Years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmare's caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? Разве Scratch
был в реальном мире. Я вообще думал то, что и Алан, и Элис, они заперты в темной обители. Stepped into the writer's room. But there was no one here writing. Я должна так сильно виснуть? Степанов показывает. Конец части. А трек? Уже был вроде. Okay, let's recap what you've told us so far, Ellen. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah, yeah. But so has your evil doppelganger, Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, yeah. Making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls. But last time... This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker,
I can send him back to the dark place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. It's insane. And there's so much of it. Ну даже сказать-то все объяснят. Надо одну фигню включить. Что там? Что? Что случилось с игрой? Я не понимаю. Почему у меня инверсия мышки включилась? А. По вертикальной синхронизации где? Блин. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness. Possibly inspired by a horror story written by a certain author. Hmm? Ring any bells? A cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan. If I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter. The next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Pages. That's how he knows the cult has the clicker. Не понимаю, откуда у нее эти способности. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult.
doesn't look right. А это тогда применить? А вот. Допустим, дело закрыто. Nightingale a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Еще есть. Простите, Вейка. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake, and the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Nope. Okay. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Просто кошмар. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Что нам это дает? The
cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all of this. Ну, мы это уже знаем. Нам будущее. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Вы можете переключаться между историями Алана и Саги. Главный вопрос, а нафига мне это надо? Escape. A dark presence had stopped me. Что нам делать? I had seen the title page of another manuscript. Return. I didn't remember writing it, but it felt familiar. Important. I would write a new draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out, but still in danger. Не до конца понимаю, нафига в этой игре вообще эта механика нужна. Можно вести повествование, но... Следовательно, I was back, and I hadn't forgotten. Будем петь. I knew how this worked out. I could take control, no more surprises. What demons he wrestles with in the dark hours of the night. Together with our house band, the old gods of Asgard, we have created something really special. The song is called Herald of Darkness, but I like to call this next segment the story of the journey of Alan Wake. The musical. We just do what we always do. We'll chat, but instead of talking, что он рано вроде начал танцевать. Что тебе надо? Что? Не понимаю, что ему надо.
Ок, допустим. From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and you're all made up pure. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Офигенно стоп. The story's the
and for it to ruin my life that way. Would you say you let the jaded lie? Dark shades could never save the day. So sad, but true. Что мне делать? Типа указатель показывает сюда, что я здесь сделаю. Что мне делать? Что? Да же сейчас происходит просто ужас. Ракетницы, я могу ее взять? Ура! Mm.
Хотя бы патронов насыпают в выходе. А во время бега не регает. Как будто такого не может, что во время бега не регает листво. Аптечку можешь свою напрочь? Это все там больше нет рука?
Я бы жил просто при нём. Что думаешь? That was interesting. Очень. A vision. Не увидел. А вот ради чего все это было. Где звук? Даже повеселиться не дам. Ужас. О, здорово, ты где? Champion of light. Catchy, right? Herald of darkness. Не хочешь с ним поговорить? Ай, свидишь, братер, перкел. Ай, это нет, он кэлла, ооо. Лайта поят енка конет соима. Атана. Ага. Поговорить с ним нельзя. Конец части. Ок, у них кончились треки.
Я могу переместиться обратно. You wrote these pages in the dark place. So why are we finding them here? I think I wrote them. I remember writing an endless amount of pages. When this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation. Сюда могу зайти? Hi, welcome. Okay. Pat's favorite Deerfest floats. Go. The yarn puppet monstrosity. The stuffed moose and squirrels one. So who's in for a bet this year? Those beady dead marble eyes. Still get to welcome to Coffee World, Bojade, Washington's best coffee themed amusement park. All of our attractions are Да я иду в правильном направлении. Что там есть новые зацепки? Дела. Короче, вообще нет штук для прокачки. Мне куда там? Да надо-то. Поехать в Уотере. А в Уотере это где? Машина. Вертка. Ого. Say this in front of Wake, but are you sure this is a good idea, going on your own? Assuming we believe the page, I need to check this out. We need to find the cult. Anyone we meet here could be a member. And this Scratch guy. The evil doppelganger? It must be true, or else this guy can't write for shit. The quality of his writing aside, if this page turns out to be true like the rest have, this could be a breakthrough. We might solve this thing before a backup even arrives. Yeah, but they're taking their time, so just be careful out there. Meanwhile, I think me and Wake will have a chat. Maybe I can shake something loose. Okay. But remember what happened with the Salt Shaker. Yeah, yeah, real funny. The page placed me in a trailer, somewhere in Watery. I should ask around. Наверное. A vote for Mayor Setter is a vote for everyone. For Watery. Mayor Setter will stand up for justice. Белая ночь. Hey, where's the time gone? There's just a wretched husk of what used to be me. Watery's definitely quaint.
Да вообще кошмар. Hello. Прям конкретно веет этим инсультом. Нету рыболюдов. Это. Серьезно, нету тайников нигде? Что не на карте? А, понял. Разве не карта в отеле была? Нет. Просто вот. Стоп. А где Ахти? Алло, ты где? Hey, what did you used to say your dream job was as a kid? I bet it wasn't dock worker. I don't know about all that, but idle hands are the devil's playground. The flooding is even worse here. More like underwatery. I'll have to tell Casey that one later. Чел, серьезно тут? Okay then. Catchy tune. Вполне. Есть и день оленя, и день лося. Шмур. Жена там. Ну, сыграем. I feel bad for these guys. Можно ли не погладить? Конечно, мне петь. Жена там. О, карта. Обмена. У нас есть любые улики? Что? Кража правосудия. История. Я понял. Что такое? Hello. Do you have a second? Ah, long time and no see, Miss Anderson. Thor and Odin are not here. They are old tricksters, always sneaking off.
Sorry, no, I wanted to ask you about something else. Can you point me to any trailers around here? Sure. Watery Lighthouse Trailer Park. Ilmo Koskel owns it. Owns many things in town. And where is Ilmo? I saw Ilmo and his brother at the bridge. Well, what used to be the bridge. Do you live around here? I live in Bright Falls. You've seen me around. I am Mr. Blum. You call me Vladimir. I work at the nursing home. I take care of your old people. We are on day trip, music, sauna, the good times. I bring them here in the bus. The elderly are very important. And it's a very nice bus. Thanks. Oh, you rascal. What have you been up to this time around? There's only so many times I can keep fixing the same hole. Тут есть что-нибудь? Ладно, пофиг, я предлагаю на сегодня закончить, потому что мне завтра с самого утра надо мониторить телефон. Но если чё, завтра начну чуть пораньше. Сегодня подрубил прям супер поздно. Давайте, спокойной ночи.